решил. В удовлетворении исковых требований Навального Алексея Анатольевича, ГУГУП ВГТРК, Киселева Дмитрию Константиновичу, Попову Евгению Георгиевичу о защите чести и достоинства, опровержении сведений отказать. Вам самому тоже стыдно, ваша честь? Писец, погиньте. Ну, все убедились, кто смотрел за этим судебным заседанием, что правда в нашей стране. Мы ожидали, что ВГТРК хотя бы сделает какую-то попытку подтвердить свой фильм доказательствами. Но вся их позиция свелась к тому, что вообще наш фильм не про Навального. Так покажите, почему эта переписка вообще ко мне имеет отношение. На что представитель ответчика... С той же целью, с которой вообще работает Дмитрий Киселев, и для чего существует канал ВГТРК. Для того, чтобы лгать, для того, чтобы дискредитировать всех, кто критикует эту власть.